мирному небу угрожает одно такое страшное слово. И слово это называется терроризм. Митинг в День солидарности в борьбе с терроризмом прошел в 133-й гимназии. Детям рассказали о противодействиях экстремизму, о поведении при нападении и защитных действиях. Мы провели акцию эту, чтобы дети знали, как нужно себя вести в опасных ситуациях во время терроризма, что если вдруг они там что-то заметили, они, не дай бог, не трогали какие-то чужие неизвестные вещи, то есть все, чтобы они об этом знали и могли себя обезопасить. Памятная дата 3 сентября установлена в 2005 году в связи с трагедией в Беслане. Тогда в результате захвата школы погибло более 300 человек, половина из которых – дети. Теперь ежегодно в этот день проводятся классные часы в память о тех событиях. В эти трагические дни погибло очень много людей – детей, учителей, родителей. Школьникам дали понять, насколько страшные последствия могут быть от нападения террористов. После профилактической беседы – минута молчания. Потом ученики запустили в небо шары в память о жертвах экстремизма. Далее по плану рисунки на асфальте. Тема – мирное небо над головой. Погода не позволила похудожничать на улице, поэтому школьники разошлись по классам и уже там изобразили все, что характеризует мир и дружелюбие. Илья Аманатов, Игорь Антонов, Телемикс.